Досрочное голосование проводится за 10 дней до выборов. Сегодня председатели участковых комиссий получили бюллетени, списки избирателей и всю необходимую документацию для проведения досрочного голосования. Те сочинцы, которые в день выборов будут находиться либо в командировке, либо отправятся на отдых или будут задействованы на работе, смогут выбрать губернатора края и депутатов городского собрания Сочи уже завтра. Для тех, кто еще не имеет местной регистрации, досрочное голосование открыто на 3 избирательных участках – 46-52 в центральном районе города, 43-15 в Адлере и на участке 44-13 в Лазаревском районе Сочи. Не надо ехать в территориальную избирательную комиссию. С учетом протяженности нашего города мы понимаем, что это речь идет о километрах, да, 20-30 километров доехать до помещения территориальной избирательной комиссии. А вот в участковой избирательной комиссии максимально удобно. Удобство еще заключается в том, что режим работы участковых избирательных комиссий тоже максимально учитывает потребности жителей города Сочи. Участковые комиссии работают с 16 до 20.00 ежедневно в рабочие дни. В выходные дни участковые избирательные комиссии ждут избирателей с 10 до 14 часов. А 12 сентября досрочное голосование будет проводиться с 12 до 16 часов.